Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами поговорим о Diablo 2 Resurrected. И сегодня мы с вами затронем еще некоторые подробности в этой игре. Для начала давайте скажу, что у игры уже имеется свой сайт, и перейдя на этот сайт, вы сможете предварительно там залогинить, принять участие в регистрации. А эта регистрация — это не что иное, как запись на альфа-тестирование, которое будет, безусловно, в этом году. Когда? Пока неизвестно. Ссылку на этот сайт я помещу в описании под видео, так что, если кому-то из вас интересно, действуйте. Теперь, что касается самой игры. Как отмечают разработчики, в Diablo 2 было, скажем так, две игры. Это ванильная версия, то есть первый-четвертый акт, ну и экспансия, то есть все то же самое, включая аддон, где был пятый акт, ну и новых два персонажа, друид и ассасин. Так вот, как отмечают разработчики, что это было частью игры. И эту же часть игры они переносят и в Resurrected. То есть тоже у нас будет выбор, где играть. Или на ваниле, ну или, скажем так, уже в аддоне. Для чего это надо, вы спросите? Ну, в некоторых ситуациях можно было быстрее прокачивать персонажей. Ну, точнее, пользоваться услугой так называемого такси. Далее вопрос кастомизации. Нет, дорогие друзья, кастомизации в игре не будет. Но разработчики сделали такое уточнение, что раньше, когда мы в игре надевали, допустим, на голову какой-то шлем, что обычный, белый, что может быть какой-то уникальный, то в любом случае это был обычный шлем, то есть визуализация была одинаковая. Но сейчас, когда мы будем на голову надевать что диадему, что шлем, мы на персонаже будем видеть именно тот предмет, который мы на себя надели, то есть будет уникальный образ. Это касается как предметов экипировки, так и наше вооружение, как оружие, так и щиты. Далее вопрос лута. Согласитесь, в текущих реалиях в Diablo 3 лут практически идеальный. То есть золото подбирается автоматически, и тот лут, который упал на землю, он падает исключительно для вас. Дорогие друзья, все то же самое будет сделано и в Diablo 2 Resurrected. Будет отдельное меню, где мы в настройках можем все это дело выставить. В оригинальной игре такого не было. И допустим, если упала очень крутая руна, и в данной игре играет 8 человек, прикиньте, что в этот момент начинается. Все моментально летят к этой руне. А кто-то был первый. В игре будет поддержка контроллера. То есть вы сможете играть как с помощью клавиатуры и мыши, так, подключив свой геймпад, можете играть и на геймпаде. Сразу хотелось бы сообщить еще и по поводу того, что игра будет кроссплатформенной. То есть вы сможете играть что на консолях, что на ПК. Но для этого вам надо будет приобретать отдельные игры. То есть отдельную игру для ПК, отдельную игру для консолей. И при этом залогиниться под одной учеткой на Battle.net. Тут, я думаю, понятно. Сразу отвечу на вопрос, который я видел, уже появлялись в комментариях. Что можно ли будет играть так, что я играю на ПК, а допустим мой друг играет на консоли. Да, дорогие друзья, вы будете играть в одной игре. Тут без каких-либо проблем. Также появлялись вопросы, будет ли игра на русском языке. Да, дорогие друзья, игра будет полностью локализована. Что реплики, что все диалоги. Пока не знаю ничего по поводу видео, то есть катсцен. Но так как катсцены переделываются полностью, я думаю, их тоже переозвучат. Ну еще есть один немаловажный момент. Это по поводу онлайн-версии. То есть, да, дорогие друзья, требуется наличие Battle.net'а. Ну, точнее, там мы эту игру будем приобретать. Но при этом в Diablo 2 можно будет играть и в офлайн режиме. Так что, как некоторые игроки опасались, что, мол, если выйдет ремейк, то будет привязка к онлайну. И в офлайне не поиграть. Допустим, если нахожусь на даче. Ну, во-первых, дорогие друзья, тут потребуется, наверное, очень мощный ноутбук, чтобы поиграть в Diablo 2 Resurrected. Ну да ладно, если даже он у вас имеется, то вы в офлайн режиме поиграете. Но при этом вы должны понимать такой момент, что в офлайн режиме вам недоступен будет расширенный сундук. То есть вы, по сути, будете играть с тем же сундуком, который был и ранее. А расширенный сундук работает только с онлайн-игрой. Также, наконец-то, в игре появляется сравнение. Ну, сравнение предметов. То есть, когда вы будете подносить курсор мыши к предмету, то с помощью клавиши Shift вы сможете видеть все характеристики. Что у надетого предмета, что тот, который вы, допустим, нашли. Также были вопросы по поводу сложностей. Какие они будут в Diablo 2 Resurrected? Будет все то же самое. Normal, Nightmare, Hell. Еще раз повторюсь, дорогие друзья, разработчики практически ничего не меняли. 99% игры остаются.
Ну и вот такие вот подробности и такие уточнения у меня для вас. Понравилось ли вам то, что вы услышали или нет, пишите в комментариях под видео. Также напишите, мне это очень интересно, какой ваш будет первый персонаж в Diablo 2 Resurrected, если вы будете играть. Что прокачаете вы всех, я практически уверен. Но кто же будет первым? А на этом моменте я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте, но играйте только в хорошие игры. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!